Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы не спослали его частями. Во время чтения Корана не спеши. Ведь большая часть его смысла не проясняется для тебя, кроме как с размышлением и обдумыванием. Ум Салема, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Чтение посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, было грустным, медленным и спокойным. И чтение Фудейля ибн Айяда было грустным, медленным и приятным. Говорили, что он будто обращался к человеку. Абдулла ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, говорил: «Когда вы читаете Коран, не читайте его быстро, как стих, и не разбрасывайте им, подобно высохшим финикам. Останавливайтесь на его чудесах и дайте ему прикоснуться к сердцу». И Ибн Аббас говорил: «Читать Аль-Бакару и Аль-Имран на протяжении ночи любимее для меня, чем прочитать весь Коран со спешкой». Поэтому читай спокойно и размышляй над аятами, дабы провести лучшие моменты с аятами Корана.